Активные, мужественные и сознательные работники брестских предприятий часто объединяются в группы по интересам, один из которых – безопасность и противостояние огню. Каждый год лучшие из лучших волонтеров пожарных дружин под флагом Беларуси отстаивают честь бренда, которому служат. Соревнования принимает участие 7 команд. Ну, это команды предприятий, скажем такого, имеющие пожароопасное отношение вот, к своей деятельности. И работа добровольной пожарной дружины на предприятии в случае чрезвычайной ситуации – это очень важно. И здесь эти навыки они покажут. На этот раз в конкурсе добровольных пожарных дружин приняли участие 6 брестских команд предприятий. Гефест, мясокомбинат, Брест, Межрайгаз, нефтебаза, железная дорога и завод бытовой химии. Нынешнее соревнование впервые обрело статус международного, потому что впервые список участников дополнила польская команда. И это несмотря на то, что в Польше уже более 10 лет нет такого понятия, как добровольная пожарная дружина. Сюда мы приехали по приглашению белорусских пожарных. Для участия в соревновании мы собрали и подготовили команду лучших добровольцев города Лосиц. Посмотрим, как выступят брестские коллеги, но и сами постараемся победить. В ходе игры участники команд состязались на скорость, выносливость и сноровку. С пожарными шлангами наперевес перепрыгивали через препятствия и наперегонки одолевали стометровку. Некоторые из них сокрушительно падали в беге своего выступления. Другие молнией проносились мимо судей. Объединяла команд соперников лишь воля к победе. Мы решили поучаствовать, посмотреть, что такое. Нам оказалось это очень интересно. Мы завелись, а так в жизни это пригодится, я считаю, любому уважающему себя мужчине. Хороший отбор у нас происходит. Мы проводим соревнования на первенство нашего предприятия между отделами. У нас 8 добровольных пожарных дружин в каждом подразделении. Побеждает сильнейший. Соревнования добровольных пожарных дружин второй год подряд выиграла команда мясокомбината. Но несмотря на триумф коллектива и личную гордость каждого из призеров, победа только укрепила убежденность спортсменов в том, что в случае необходимости они смогут одолеть и разрушительную стихию огня. Кира Карлович, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.